Олеся Курус в профессии уже 8 лет. Трудится в сельхозпредприятии России в селе Джигинка. Говорит, что поездка на Балдаярок, кроме всего прочего, еще и повод немного отдохнуть. Мне понравилось. Мы редко выходим куда. В основном работа, работа, работа. Развлечений не хватает. Поэтому очень спасибо вам большое, конечно, за такое мероприятие. За то, что мы в люди вышли. Да? Всего в необычном конкурсе красоты приняли участие 69 доярок от 23 до 77 лет. По результатам народного голосования победительницей конкурса стала Валентина Стадникова из Благлинского района. Но без приза не осталась ни одна участница.